культурно-досуговом центре «Шелковик» прошел шоу-спектакль для детей и взрослых. Новые приключения поросенка Фунтика в цирке. Программу подготовили артисты Народного театра «Орликино» и Народного цирка «Шаривари». Очередной раз на сцене культурно-досугового центра «Шелковик» цирк зажигает огни для юных зрителей, их родителей, а также бабушек и дедушек. Ребят ждет встреча с гимнастами, клоунами и самым талантливым поросенком Фунтиком. Поздравляю всех с началом каникул, желаю хорошо провести время, посещать цирк, театр и выучить много нового. Вся программа построена из номеров с участием детей. Они выполняют сложные акробатические номера, работают как эквилибристы, балансеры, ходулисты и жонглеры. Дядюшка Мокус показывает фокусы. Яркая и харизматичная госпожа Беладонна держит в тонусе зал. О дружбе, о коллективе, о том, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Нужно трудиться, дружить, и тогда жизнь будет прекрасной. Об этом наша сказка. Цирк учит многому, воспитывает, закаляет. И у нас здесь очень весело, дружно. Мы вас ждем, приходите. Лучшие сыщики Доберман и Пинчер в обычной жизни не только артисты цирка. Оба студенты. Один учится в Институте искусств, другой в политехе. Мы словим Фунтика, а потом его отпустим. Но это уже такие маленькие спойлеры, это нельзя было говорить. Это по секрету. Это же добрая сказка для детей, для взрослых, для семьи. Цирк – это мечта многих детей. Здесь возможно любое волшебство и перевоплощение в разные образы. Ребята смотрят, как их ровесники работают на сцене и понимают, что самые невероятные трюки можно освоить. Главное – старание, трудолюбие и любовь к искусству. Подружки круто выступают, на сцене выступают мои друзья. Я знаю, что это очень тяжело. Цирк – это не просто, это какие-то чудеса. Очень красиво было, все осветилось. Вообще, актеры именно понравились, особо Фунтик, когда я его искала. Господин Балатона, очень понравилось. Мне понравилось, когда на кольце были. Девочка выступала. Да. Мне еще понравилось, когда выступали там они, две девочки руками. Артисты и все понравилось. Очень понравилось. Вы знаете, детство вспомнилось. Раньше было так весело. Сейчас прямо эти традиционные, ну, вот эти театральные, вот это вообще очень прелесть. Мне понравилось. Спасибо. В финале сказки все противники подружились и сплотились в один цирковой коллектив. У каждого, включая Беладонну и сыщиков, открылся сценический талант. Пусть в каждой сказке победит добро, и пусть сияют радостные лица. А если загрустите, волшебство к вам в дверь новой сказкой постучится. Шоу-спектакль продолжался целых полтора часа. За это время артисты цирка «Шаривари» и театра «Орликино» показали далеко не все, на что способны. В запасе у дядюшки Мокусов, Фунтика и их друзей еще много интересного.